Цып-цып-цып-цып-цыпочки. Давайте, идите ко мне. Опа. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Опа. Никто не больше, никто больше не хочет семян. Да вроде никто. А, вот еще курочка. И вот тут вот курочка. Все вроде. Итак, здравствуйте всем, дорогие друзья. С вами Суслик. И как вы уже поняли, я продолжаю играть в Майнкрафт, третья серия. С момента последней серии особого ничего не произошло. Ну, разве что я сделал какую-то небольшую ферму куриц. Как видите, она мне уже приносит небольшое количество яиц. Ну, в скором времени, я надеюсь, она мне будет приносить еще больше яиц. Что ж, как видите, я добыл много, очень много кожи, очень много мяса. Побегал по миру, поискал коров. Просто удивительное количество их нашел. Если честно, я вот долго думал, что нам делать в третьей серии, а потом подумал, ведь я живу. Так, я живу в домике в деревне. А мне кажется, что стоит уже построить свой дом, где буду уже я жить нормально, свои механизмы ставить. Ну, в общем, нормальный дом делать. Но для этого нужны ресурсы, чтобы построить его. И вот. Так что вот, наверное, будем в этой серии строить дом. Посмотрим, сколько получится. Ну, сколько построим в этой серии. Потому что вряд ли мы построим весь дом сегодня. Ну, в общем, посмотрим, сколько получится. Так, ну, наверное, конечно, надо бы выбрать место, где получше. И так, чтобы недалеко от жителей. Вот, можно было бы, в принципе, здесь очистить территорию, это закрыть. Да, можно было бы, в принципе, и так сделать. Можно где-нибудь в горе даже сделать дом. Я даже не знаю, где лучше. Ну, мне кажется... Ой, точно, я забыл, здесь каньон еще. Да, вот тут, мне кажется, не вариант построить, потому что Ой, каньон будет трудно закрыть. Да, слишком много ресурсов понадобится, чтобы его закрыть. Так, ух ты, мои курочки все производит и производит яйца. Возьмем их. Больше никто не хочет поделиться яичками. Видимо, никто. Ладно. Вот уже... Боже, сколько? 24 яички. Так. Как вы еще могли заметить, я поставил себе новый текстурпак. Видите, такой красивенький. R3D Craft называется. Ну, ссылку на этот... Турпак я оставлю в описании. А, чем я еще занимался? Ну, занимался тем, что я переплавлял кучу базальта. Да. У меня его реально куча. Сколько у меня его? Почти 7 стаков. Еще я сходил... Ну, сходил я в Незер. Очень долго ходил, часа два, наверное, ушел тут за 1500 блоков. Ну, к сожалению, я не нашел Незер крепости. Ну, ничего страшного. Я думаю, в скором времени я его найду. Потому что я еще не все стороны оббежал. И явно где-то он прячется недалеко. Ладно. Что ж. Я вот думаю, с чего лучше сделать нам фундамент. Мне кажется, можно сделать фундамент из обычной каблы.
Так, это уберем, пожалуй. И можно что-нибудь... О, пол, допустим, сделать. Или стены сделать из кирпича базального. Я даже не знаю, как лучше. Вот только вот густка магмы какой-то текстур. Текстура у этой густки магмы не очень, если честно. Так, а что у меня в этом язычке стоит, кстати? А, у меня здесь что? Ну, этим я потом займусь. Ладно, мне явно понадобится чизл. Так, возьмем еще немножко кадуктоуна. Возьму этого. А знаете что? Я, скорее всего, буду строить дом где-нибудь вот в этой скале. Уж больно она мне нравится. Кстати, тыкву я что-то не собрал. Она мне понадобится. Тыков, ты иди сюда. Сюда. Так. Что, она большая? Вроде да, большая. И дом буду строить до низу. Ну, да сколько смогу, в принципе. Ну, сколько мне надо, столько и построю. Так. Сейчас заберемся по-быстрому. Так. Ух ты, сколько здесь коров. Тоже, кстати, можно сделать из них ферму. Ну, вот если здесь, в принципе, сделать вход в дом мой, и он будет идти вот до сюда, а потом может вниз пойти. В принципе, неплохая задумка. Неплохой дом бы получился. Вот только я не знаю, как это все выглядеть будет. Вроде недалеко от деревни. А, видите, ветрогенератор сделал. Ну, хоть чтобы какая-нибудь энергия была. Так. Ну, даже не знаю. Можно, в принципе, пока сделать заготовку, а чтобы вам не было скучно, я дом, наверное, начну строить за кадром. Так пока можно пока посчитать, как домик будет выглядеть. Ну вот это, наверное, надо все срубить, чтобы все красивенько было. Так, лопата. Ой, как я не люблю гравий, если честно. Так, ладно, сейчас побыстрее не сломаем. Ну что, я палец, я выпалил. Да, не получилось. Ладно, тут. О, все, получили. Так, это сломаю. Так. Ну что ж такое. Да, я, пожалуй, сбегаю по-быстрому к себе домой. Сделаю инструмент. А что-то вообще стрёмно ходить без них. И меч на 7 ударов остался. Кирка на 30. Лопата на 19. Топор только еще остался. Я же что сейчас сделаем? А, ну кирки я в принципе сделал. Мне лопата нужна. Так, из чего бы нам лопату бы сделать? Наверное, сделаю из рубина, собрать алмазы. Пока две палки есть. Так. Сложу пока все не нужно сундук. Сортируем и пойдем дальше. Так. Наверное, в этой серии построю пока основу. Фундамент, так сказать, для моего дома будущего. И коров, наверное, перетащим вот туда, моим курочкам. Сделаем рядом еще один загончик. Ну это что, нужно же мясо, кожа. Хотя у меня его так много. Ну, все же лишнего не будет. Куда-нибудь да уж пригодится оно. Так, как бы тут лучше сделать? Так, вот эти баги с тенью меня немножко напрягают.
Да, но все же как мне нравится эта текстура. Ах, классная. Как видите, и кирка даже такая прикольная, вообще реалистичная. У меня стоит 128 на 128. 512 у меня не пошло. Почему-то удивительно даже. Ну, пожалуй, да. Вот это бы фигня вообще вынести бы ее нафиг. Ты только мешать будет. Нет, ты что, помочь хочешь? И да. Долго мне придется это все убирать. Еще ночь наступает вообще не вовремя. Ну ладно, я не буду сейчас убирать эту грязь. Мне бы хотя бы фундамент сделать, конечно. Какой-то подровняет, чтобы хотя бы все сверху видно. Ну вот до сюда хотя бы. О, так уже получше. Вот так, да, получше. Так, где грязь, грязь, грязь. Земля. Тут поставим землю. И все. Так, осветим-ка, чтобы нам было не темно работать. И нет, что тут делать? Иди, пока я добрый. А, ты не хочешь еще метки дать? Это правильно, правильно. Ладно. Сука, я это тоже к чертям. А вы напишите в комментариях, пожалуйста, как можно оформить дом, если я его делаю в скале, допустим. И еще один у меня вопрос, который я уже задавал в прошлом видео, по-моему. Как можно быстро найти Незер замок в Незер, естественно. Потому что сколько уже не бегаю, нифига его не могу найти. Вот. Последний слой сниму. Так, и тут, пожалуй, землю поставлю. Как-то оно уж тут смотрится. Так, туда нам затолку прокопаем. Мне кажется, если вот тут вот так вот, да, можно было бы сделать. Допустим, вот тут какая-нибудь комната будет, а вот тут будет все за стеклом. Прикольно бы, мне кажется, смотреть. Да, я убрал мобов, потому что они уж слишком какие-то сильные. Ну, не сильные, их очень много спавнит. Спокойно я бы строить не смог. Так, у меня с лопатой что-то парит. Так, так, так. Ну вот. В общем. Всё. Так, это было убрать бы надо. Кстати, я выяснил, как видите, чизл тратится. Еще можно вот так вот делать. Сейчас вспомню как. О, видите? Такое чувство, что я убрал эти блоки. О, как он меняет свою краску. На самом деле здесь есть блок, и вот как будто застреваете в текстуру. А, я не могу выйти из-за этого. Вернусь через секунду. Вот, как видите, я вернулся, но только застрял в этом блоке. Все. Он просто поменял как бы текстуру этих двух. Но они мне сейчас не нужны. Я их, пожалуй, выкину.
Вот тут факел еще поставлю. И вот тут. И вот тут. Так, ну тут бы не помешала бы земля. Все. Ну, в принципе, вот такая у меня задумка, я не знаю, как вам она. Мне кажется, будет неплохо смотреться, если все я это выкопаю. Сделаю так комнату большую. А вот тут будет стекло стоять. По-моему, неплохо получится. Вот. Сейчас факелку накопил. Не жалко, в принципе. Так, свинья, ты сейчас напрочишься, я тебя реально укокошу. Ладно, этим я займусь дома позже. Так. А еще, так, ну давайте тогда коров, что ли, приручим. Приручим, да. Надо, конечно, сейчас сделать для них загончик отдельный. А для этого надо куча палок. Чтобы сделать палки, надо куча дерева. Ой. Ну вот на этот загончик ушел, ну, почти стак от такого забора. Ого, сколько их, надо будет убрать. Так. Опа. А ведь сколько минут 15 играю, вот уже выставить. Крутят. Так. Да, уберу все сюда. И чизу уберем. Пойдем накопаем дерево. Да, я вот уже пол леса срубил. Да, пол леса. Так, рубим. Да, все же еще раз повторюсь, мне очень нравится такие стульпа. Офигенский тут. Всем советую его скачать, очень прикольно. И весит немного. Ну, смотря какой вы хотите установить, 128 на 128 или 64 на 64. Чем меньше, тем меньше весит. На 512 он вообще, по-моему, весит с чем-то, там, 128 мегабайт, или что-то вроде этого. В общем, много. Так, давайте посмотрим, сколько у нас можно сделать. Ну, я думаю, этого будет достаточно, если учесть, что у меня дома есть чуть-чуть дерева. Так, посажу-ка я это обратно, чтобы оно росло. То таким темпом у меня вообще скоро тут будет пусто-пусто. Выросла капуста. Ну, ладно. Шутка. Шуткой. А надо бы уже делать забор. Так, если не ошибаюсь, так же бурда там. Скрафтим как можно больше. Мне все равно понадобится. Так. Вот. Ну, стак и два. И где-то у меня еще был, вот, да. Ну, для коров понадобится больше закон, так что... А, вот что еще, хорошо, что помню. Для этого же еще нужно делать забор. Ну вот так вот. Калитка, в смысле. Что ж, пошлите делать загончик. Может, где этот загон уже сделать? Может, здесь рядом? Давай, быстрее копай. Так, делаю это все нужно.
как же это все выбирать? Ну, семена мне понадобятся, потому что я с помощью семена могу размножать курочек. Да. Тут еще немножко выкупаю, чтобы было место. Ну, там копать, ну, немного. О, уже рассвет. Замечательно. Ну что ж. Тут, наверное, я и построю второй загон. Да что ж такое, мне надоели тормоза уже. Так. Ну да, наверное, вот побольше сделаю. Да сюда. Опа. Так, переборщил немножко. Хотя, мне кажется, это тоже будет маленький. Так вот. И вот тут будет кайф. Все. А, если я не ошибаюсь, то коров можно пшеницей задабривать. Сейчас мы это проверим. Так, где коробки? Да, вот там. Судя по мини-карте, они там. Сенька, иди, пожалуйста. Ой, ё-моё. Что-то они высоковато там. Ты чё? Нормально, где вас прыгнул на мировалку? Ну ладно. Так, если я не ошибаюсь, вас можно приучить с помощью пшеницы. Да. А раз он на меня так посмотрел, явно пшеница. Ну давай, что тебе дорогу сделаем. О, молодец. Один готов. Мне бы хотя бы еще одного, чтобы их начать спаривать. Размножать. Так, ты погоди тут, я сейчас схожу за твоими сородичами. Так, ты давай сюда. Ты сюда давай. Давайте, давайте, все сюда. Все. Давай, падай. Блин, вот ты надо. Ты чё падаешь, а? Да хватит падать, ну. Надо пройти не можешь. Вот так можешь пройти? Ну, не тупи. Блин, какая же ты тупая. Я тут, ну, наконец. Давай, тоже падай, короче. Да не умирать, а просто упасть. Какие же вы глупые. Ладно. Да я тоже додумался кидать со сорты. Хотя бы две коробки. Давайте хотя бы две. Да только ты, не надо идти сейчас. Да куда ты, ну? Давай. О, тимация, да. Давайте поплыли. Пусть хотя бы две будут. А там их начну размножать. Их уже не будут двое. А будут трое, четверо и так далее. Ну, блин, ну что ж вы такие медленные? Я плыву еле-еле, а вы и то не успеваете. Ну, давайте плывите. Пшеничку в руке все сделаю. Да, надо было вас по суше вести. Делать вот такую крюку, то это было бы быстрее. Чё смотришь, а? Давайте, давайте, быстрее плывите. Потому что вы такие медленные. Кто вас плавать учил?
Позевать можно, пока не тут беглый. Ну. Да. Еще и жирный, не может пройти. Вот что ты там встала, ну? Что ты мне попой повернул? Все, дальше, пошли, дальше, дальше. Ну, давайте, давайте, пожалуйста. Не тупи. Тебе нужна пшеница. Ой, не туда полез. Тебе нужна пшеница, мне нужно мясо кожи. Так что давай, слышишь меня? Выпендривай. Вы что, пройти не можете, что ли? Капец, тупой. Ну что ты тут встал, ну? Давай, иди. Какой ты глупый. Видишь, этот уже зашел. Тебя ждет. Я тебя подтолкну. Давай, давай, обратно, обратно, обратно. Обратно. Давай, заходи. И ты заходи. Капец, ты тупой, блин, ну вообще. Давай, ты подтолкну, что ли. Так, это быстрее будет. Да не туда. Да, вот туда, вот туда, вот туда. Да, и туда, туда, туда. Да. Бинго. Ну что, идите к папочке. Хоп, хоп. Ой, как это мило. И появился теленочек. Да, утик-утик. Ну что ж, дорогие друзья, наверное, я буду на этом заканчивать серию, потому что она и так уже длинная получилась. Да, конечно, скучная, наверное. Ну, и только эта серия таков. Мы сделали... Что мы сделали? Сделали загон для коров. И еще мы сделали... Что мы сделали? Платформу для моего дома, не побоюсь этого слова, именно дома. Ладно, будем тогда закругляться. Да, лайки не перестают меня удивлять. Так, ладно, скажу все по сундукам. Это сюда. Сюда, цветы, давайте я не тут лежал, вообще, это вот тут, да, вот тут. Черт, не положил. Так, ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за внимание, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, рассказывайте видео своим друзьям, всем удачи, всем пока.